Чтобы в праздничные каникулы дети не скучали, для них в центре «Современник» устроили показательные игры по парламентским дебатам. Старшими воспитанниками клуба «Дебатов ОМОН» сегодня была организована показательная игра в американском парламентском формате. Они сегодня разбирали резолюцию, что они сейчас живут лучше, чем наши дедушки и бабушки. Взрослые спорят, а дети судят. Судьи – молодое пополнение клуба, которые решили научиться искусству спора. Самому младшему участнику всего 6 лет. Мы хотим научить их играть в дебаты, выступать. И вот как раз-таки сегодня удалось нам это сделать. Сейчас они судили, а дальше мы будем с ними тоже тренироваться. Мы сейчас им проведем мини-тренинг, как выступали, структуру речи. Мы объясним речь анализа. А потом еще проведем с ними мини-занятия, как все это запоминать. За 2 года существования клуба его участники накопили большой опыт. А Губкинский стал ямальской столицей парламентских дебатов, говорит Айшат Нажмудинова. Да и сами участники успешно применяют в жизни полученные знания. Ты начинаешь по-другому мыслить, ты смотришь на вещи с других сторон, то есть более обширно рассматриваешь все ситуации, с которыми ты сталкиваешься. Дети с интересом отнеслись к возможности научиться правильно вести споры и умело подбирать аргументы. Сейчас уже 4 ребенка стали участниками клуба, а всего в группе будет не менее 10 человек. Алексей Бычаев, Владимир Гусев, новости Губкинского.